Друзья, будет огромный ролик. Огромный. Примерно вот такой. Поехали. Всем привет, друзья мои и подружки, с вами как всегда Фаниль, и вы снова попали на мой канал «Сделано в деревне». Если вы смотрели прошлый ролик, это тот же день, ребята, вам пока, а я уже погнал в город, сейчас переоденусь, и это уже будет совсем другая история. Прошел примерно час, там умылся, переоделся. И сейчас сразу поеду в город. Вот даже нету времени помыть машину, ребята. Вот в грязной машине сейчас поеду в город. Будем закупаться материалами. Надо достать утеплитель. Вроде бы там поговорил. Сказали, есть в наличии. Нашел машину там. Родной там тезка мне обещал помочь. Сейчас поедем, загрузим и привезем утеплитель. И еще куда-нибудь заеду. Там еще по мелочам надо закупиться. В общем, погнали в город Набережные Челны. 120 где-то километров. Давайте хоть фары протру. Вообще жесть. Вот так и живем, ребята. Подписываемся. Друзья, приехал я на место, жду продавца и жду Фанилевой, тезку. Как только обе приедут, загрузимся и поедем обратно. Друзья, мне привезли пеноплекс. Наконец-то то, что надо. Вот сколько. Вот это надо сейчас увезти. Пеноплекс стена называется. Потом покажу, какая она. Она чуточку другая. Она не гладкая. Естественно, заехал за шаурмой, самый лучший, с айраном. Сейчас подкрепимся, уже 2 часа, я еще не кушал сегодня. Скоро ужин. Друзья, наконец-то выехал я домой. Мой утеплитель, скорее всего, уже доехал. Надеюсь, его там встречают. А позвонил дяде там, он должен встретить. Вот так вот, надо выручать друг друга. По-другому никак. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Наконец-то я приехал. Фу. Сегодня ночью вообще не спал, наверное. Монтировал ролики там, что-то не спал почему-то. Вот, утеплитель приехал. Дядя вот сюда его выгрузил. Я сейчас его затаскаю в гараж, и все, на сегодня хватит. Еще сегодня надо в районный центр съездить по другим делам, в общем.
одни работы. Прежде чем продолжить, если у кого-то проблемы с просмотром на Ютубе, можете посмотреть меня в других соцсетях, в Рутубе, в Дзене и в ВК-видео. Во всех платформах я одновременно постараюсь выкладывать эти ролики. Это не означает, что надо смотреть везде. Смотрите там, где вам удобно. Если Ютуб показывает, пожалуйста. Если нет, есть выбор. Продолжим. Друзья, это уже следующий день. Еду себе на участок и буду там чем-нибудь заниматься. Сегодня тоже как бы выходной будет, но не совсем выходной. Потихоньку кручу там саморезы, но хочу немного отвлечься и объяснить некоторым людям кое-что. Не обижайтесь, просто хочу вот показать, что есть разница. В общем, я всегда приезжаю в магазин у себя тут в Актанаше, ну, в районном центре, несколько строительных магазинов там. Захожу и спрашиваю ПЗ-биты. Там иногда бывает ПЗ-2, ПЗ-2, а других вообще нету, никогда не видел. Может и были, может я их не достаю просто. Кто-то закупает все до меня, но вот почти каждый день захожу, есть ПЗ-2 или ПЗ-3? Нету. Вот и все. Мне говорят, купи ПХ-2, он типа универсальный, он подойдет ко всем. На самом деле это не совсем универсальная бита, ребята. ПХ-2 это для черных саморезов в основном. Вот из-за этого я и заказал вот столько бит. Вот ПЗ-2, ПЗ-3. Так вот. Следующую кучу заказал, потому что в магазинах у нас нету его. И давайте, пользуясь моментом, объясню, в чем же различие, ну, чтобы хоть кто-то, возможно, поймет и начнет покупать правильные биты, то есть начнет привозить правильные биты к нам на магазин. У нас в магазинах вот миллион видов вот этих желтых саморезов, там, не знаю, 15, наверное, разновидностей, а бит к ним нету вообще. Все крутят PH2 битой, мучаются на самом деле, это мучение. Ладно, там 10 штук прикрутить, 100 штук. Мы там по 1000 штук прикручиваем, и это боль, ребята. Давайте это понять и привозить уже правильные биты. Без обид, я просто говорю, привозите, и будет нормально. И я не буду жаловаться дальше. Вот саморезы, которые, ну, под рукой были, просто покажу. Вот это PH2 саморезы. Они прикручиваются PH2 битой. Вот эти черные саморезы, они в основном все PH2. Есть PH1, PH3 даже я не встречал, возможно, они есть. Есть, конечно, наверное, потому что биты же есть к ним. В основном PH2 черные саморезы, они все. Вот они обычные, ничего такого. Гипсокартонные саморезы точно такие же, пресс-шайбы точно такие же, они все PH2. А вот эти желтые, они PZ саморезы. Вот видите, там насечки есть. Вот крестик и насечки маленькие, если видно на камеру. Вот это PZ-2 саморез. Вот это PZ-3, ребята, он потолще. Есть еще PZ-1. Он обычно на плинтусах там. Есть же плинтуса, вот эти пороги на дверях, которые прикручиваете там. С ними вместе приходят саморезы. Они обычно PZ-1. Такие малюсенькие, тоненькие. Вот такие вот саморезы. Вот, это не одно и то же, ребята. Вот здесь PZ, вот здесь PH. Давайте уже различайте уже. А то вот здесь он буксует там та-та-та-та и играет на нервах. Иногда выпадает там саморез, бывает. Ну, частенько, если бита неподходящая. Так что вот так вот. Бит на самом деле очень много разновидностей. Я говорю вам про такие часто используемые.
Ну, обычно вот такие они используются. PZ2 и PH2. Вот PZ3 иногда пригождается, PZ1 тоже. Вот. Такие биты, если будут в магазинах у нас, я буду просто кайфовать и наслаждаться. И покупать у вас, а не в интернете. Давайте работаем. Чтобы не запутаться в названиях бит, у меня есть один лайфхак. Ну, как я запоминал. PH. H — это буква H. H — черный. Черный саморез. PH. Я вот так вот запоминал. А PZ... Z, зелтый. Вот так вот себе запомнил. Вот беру PZ вторую биту и засовываю на желтый саморез. Тоже PZ второй саморез, вот насечками. Запихиваю и все, вот. Видите, даже саморез загибается, а не вылетает. Вот так и должно быть. Вот тут она уже не очень хорошо садится, видите? PH2 наоборот в этом нормально сидит. А в желтом саморезе уже тоже болтается. Вот такие дела. Вот третий. Это уже PZ3. Некоторые до сих пор путают, что PZ3 это на тонкие саморезы. Нет, ребята, PZ3 это на толстые саморезы. Вот толстый, жирный саморез. Он PZ3, он сразу видно там. Он капец толстый. Вот, все. Видите? Вообще не вылетает. Вот так и должно быть. Если я был к кому-то слишком категоричным, понять и простить. Пригорело, ребята. Каждый день спрашиваю. Каждый день. Выпиливаю блоки. Вот здесь вот. Там мне не нужно. Тут уже начинают раскопки водоснабжения, ребята. Для всей деревни уже несколько лет делают. Сейчас вот здесь пройдут. Надо будет тоже шланг проложить, пока есть возможность. Посмотрим. Все успеть невозможно, но постараюсь. Нормально прилип. Класс. Вместе с блоком отрывает. Наконец-то отпилил эти части. Вон там вот отпилил. Наружнее тоже все отпилил, ребята. Уже пилить вроде не надо. Вот надо еще что-нибудь сделать вот этой штукой, вот этой лестницей. Возможно, так и оставлю, посмотрим. Надо сначала крышу сделать, потом только будет понятно. И пока уж укрепляю на некоторые соединения, которые на прихватах, на саморезах. Вот добавляю гвозди. На эти клины тоже по 2 гвоздя сейчас добавлю. На всякий случай, так будет надежнее. На саморез особо доверия нет, но держат они тоже хорошо. Потом, скорее всего, здесь будет контрбрус, когда буду утепляться из внутренней стороны. И вот это уже не будет мешать. Тоже из пятерки сделаю контрбрусы, и все будет нормально. Ну, по крайней мере, я так думаю. Что получится, пока непонятно. Будем решать по ходу дела. Устанет рука. И за день не выпьешь. Рука отекает, капец просто. Больше 6 гвоздей подряд никак. Веселуха. Все. На сегодня закончили. Под вечер приехали дядя с папой. Они не удержались тоже. Дома им не сидится. Там немножко поработали, покажу завтра.
Вот тут мне еще дорогу тут закрыли. Ведутся водоснабжение, работы, раскопки. Друзья, начинаем новый день, свеженький, новенький. Дядя с папой пока усиливают крышу, там добавляют упоры всякие, укосины, откосины, стойки. Пока они этим занимаются, я начну утепление. Начну утеплять вон ту верхнюю часть. Покажу уже там на месте. Пошла жара. Друзья, я уже начал утеплять свой дом. Пока крыши нет, я занимаюсь утеплением. Вот так вот иногда происходит. По-другому, не знаю, других вариантов я не нашел. Вот тут немного потренировался. Пока вот приклеил 3 листа. Довожу их до верха стропилой. Вот тут чуть подрезать надо там. Это потом сделаю. Здесь запеним потом. Пока закрепляю его на вот такие штучки. 200 миллиметров. Вбиваю и стараюсь сделать вровень с пеноплексом. Видите, какой пеноплекс странный. Он уже отфрезерован с завода. Ну, его потом проще штукатурить, там что-нибудь приклеить к нему. С обеих сторон он вот такой. Вот он. Вот такая штука. Утепляю 100 миллиметров. С запасиком немножко. На всякий случай. Так будет лучше. Чтоб спокойнее спать. Вот такая штука и клейпена. Вся надежда на эти 2 элемента. Увлажняю стену сначала. Вот так вот, вот тут видно. Примеряю пеноплекс. Делаю отверстие с помощью перфоратора. Забиваю, ну, запениваю там, жду немножко и потом уже закрепляю вот таким грибком. И вот так получается. Ходить тут страшно, но надо делать. Ставлю пеноплекс. Одной рукой придерживаю, другой рукой делаю отверстие. Убираю. Запениваю. Как всегда на камеру неудачно. Веселуха. Пока пена созревает, увлажняю стены. Обычной водой. Берем и ставим этот пирог.
Вот эти дюбеля у меня мягкие, из-за этого они гнутся вот так вот, но все равно они держат, я проверял. Пытался выдернуть заново, но никак не получается. Очень хорошо держит. Потом вот этот лишний просто отрезаю. Он очень мягкий. Сейчас покажу. Беру обычный шеф-нож и вот так вот отрезаю просто. Все. Потом уже забиваю вот эти штыри. Если вот так вот где-то что-то не нравится, есть щели, там тоже запениваю на всякий случай. Мне не жалко. Потом все это надо будет зачистить, естественно. И вот тут еще запенить надо, в общем, много дел. И вот это стараюсь сделать заподлицо. Главное, чтобы не выпирало. Можно чуть глубже оставить, потом можно его замазать чем-нибудь. Если вы будете штукатурить. Я пока не знаю, что буду делать дальше. Это пока. Просто утепляю те места, куда потом не смогу подлезть. Вот здесь будет крыша, здесь свес закроется. Из-за этого и утепляется. Вот здесь тоже будет крыша верандой. Тоже закроется. Тоже невозможно будет потом утеплить. Из-за этого утепляю сейчас. И вот так вот по кругу надо сейчас весь дом. Веселуха будет на несколько дней. Смотрите, какая красота. А-ля-ля-ля-ля. Процесс потихоньку идет. Утепление. А внутри уже дядя с папой укрепляет крышу. Сейчас покажу. Если смогу туда добраться. Смотрите, ребята, какая конструкция. Вообще. Конструктор. Отсюда даже ничего не понятно. Надо будет как-нибудь подняться и показать. Вот так вот. Сейчас вот эту балку тоже усилим. И сделаем вот такую конструкцию, типа ферму. Эта балка будет держать крышу, и крыша будет держать его. Немножко подкрепились, и мы снова тут. Продолжаем утепление. Я тут уже маленьким стану скоро. Коротышкой. Фух. Ползу тут уже полдня. Но ничего не поделаешь, ребята. Надо делать. Вот такая красота получается. Просто кайф. Обожаю работать с этим материалом. Прям легко. Пилю с помощью ножовки, потому что он достаточно плотный, прям вообще даже раздавить сложно. Вот. Вообще кайф.
Так, где ножик? Потом берем ножик и вот так вот делаем. Потом попробуем поставить. Что-то мешает. Так, посмотрим. Вот этот газобетон мешает, ребята. Вот эта фигня. Отпилим. Естественно, перед тем, как поставить пеноплекс, убираем всякие неровности, всякие вот такие сопли из плиточного клея, то есть из клея для газобетона. Все убираем, всякие пены вот такие вот. Все чистим, потом только ставим, чтобы ничего не мешало. Так. С этим мне попроще, потому что мы достаточно аккуратно сделали стену. Старались выровнять наружную сторону стены. Именно для этого оно так и делается, чтобы потом проще было утеплять его. У меня внутри там стена уже там перепад, вот газобетон играет там пол сантиметра, может быть в некоторых местах даже сантиметр. А тут снаружи все достаточно гладкий, аккуратно, пару миллиметров максимум. Из-за этого и проще. Все надо продумать заранее, ребята. Все, конечно, продумать не получится, но хотя бы вот это вот. Это я обосрал. Как ни странно, даже зашел. Ребята, смотрим. Иногда так бывает. Иногда получается даже до конца засунуть. Но все равно она шатается.
Но грибок все равно держит, ребят. Даже если вот так вот. Как и говорил, я тестил. Чики-пуки. Что за место, блин? Страшно-то как. Ой, извините, ребята. Фу. Сегодня наконец-то на лето похоже. Жарит. Вот я уже выхожу на переднюю сторону. Вон там, видите, обосрал пеной. Вот сейчас поворачиваю сюда, и вот эта часть теперь. Там снимать особо не получается, высоко, ребята. Не до съемок. Ну, посмотрим, может и получится. Вот тут решается еще одна головоломка года, ребята. Вот этот уклон делается. Потом к ним прицепим балки вот так вот. Вообще шедевр. Непонятно. Понятно? Не, непонятно. Понимаю, чуточку. Чистая импровизация. На сегодня закончили, ребята. Смотрите, тут чего только не выпадает. Вниз все кидаю внутрь. Ну и снаружи достаточно мусора. Смотрите. Водопад из обрезков. Вообще капец. Что-то начинает проясняться. Но это еще только начало. А с этой стороны уже я поработал немножко. Красиво. Ладно, ребят, увидимся завтра. Друзья, тусняк продолжается. Еду в магазин закупаться всякими всячинами. Саморезы, гвозди туда-сюда. Вот так вот, практически каждый день. Еще сегодня суббота, и это означает, что сегодня будет премьера в Ютубе. Сейчас до 7 надо успеть до магазина доехать, закупиться. В 7 примерно закроется уже, я как раз под закрытие приеду туда. Потом закроется, потом надо будет успеть обратно приехать и сделать для вас премьеру в 8 часов вечера. Успею, не успею. Ну, постараюсь. И в этот день вы будете смотреть первую серию стройки, ну, кровли, стропильная система. Начинаем делать только. Ладно. Приятного всем просмотра. А, вы уже посмотрели этот ролик. Ну да. Увидимся завтра. Друзья, начинаем новый день. Снова на крыше. Фу. Ладно, погнали. Снова на колени собак. Каждое утро. Вот это толкайте. Так, я продолжу тут утепление. А дядя с папой продолжат там вот так вот. Вот эти стойки ставить. Ну, стропила такие. Небольшие. Вот они. Бетон. Почти что. Шедевр. Сейчас вот эту сторону утеплю. Потом та сторона, еще задняя сторона. Еще полно. Вот здесь как-нибудь потом надо будет здесь леса сделать внизу. Работы очень много, ребята. Я вам рассказывал, почему я утепляю это место. Сейчас попробую объяснить. Вроде говорил. Ладно, повторим. Вот тут вот я работаю. Вчера вот так подрезал.
утепляю это место заранее, потому что вот здесь будет свес вот так вот обшиваться и закроет стену. Вот эту часть закроет. Потом невозможно будет подлезть. Либо нужно будет свес не зашитый оставлять. Это не дело, потому что некоторых оно стоит всю жизнь не зашитый. Лучше его зашить сразу, я думаю. Из-за этого я это место сейчас утеплю, потом зашьем. Уже о других проблемах подумаем по мере поступления. Эту часть надо решить вот так вот. Вот такая крыша пока получается. Вон там еще коллегам надо сделать с той стороны. Потом начнем уже делать свесы. А там еще долго на сегодня. Им должно хватить. А мне тут надолго тоже хватит. Кто там хотел балкон? Вот балкон временный. Надо успеть накайфоваться на этом балконе и больше не вспоминать про него. Друзья, вот это место я закончил. Вот. Но еще много. Вот тут надо будет поработать. Тут леса надо сначала соорудить. Попозже сделаю здесь, как только будут леса. А здесь, возможно, пока так и останется, потому что крыша у меня только до сюда спускается. А там уже можно будет потом сделать. Посмотрим. Сейчас пойду в ту заднюю сторону, потому что там мне страшно. Там капец сыкотно. Ё-моё. И снова на колени. Собака. Тут как будто на земле уже. Друзья, наконец-то выбрался я в эту сторону заднюю. Уф. Теперь вот так вот буду утеплять. Вот эти два ряда до конца. Будем. Немножко подкрепились утятиной.
чуть-чуть. Да, утятина была вкусная. Теща привезла утку целую, чтобы нас угостить. Рабочий класс, чтобы угостить. Спасибо теще, было вкусно. Тут появляются вот такие стропила, малюсенькие. И моя сторона тоже становится красивечным, очень красивечным. И по ходу дела я пришел к такому мнению, что пеной утеплитель не испортишь. И начал больше брызгать пена везде. На всякий случай, ребята, он бы и так держался, наверное. И вот эти места собираю из всяких остатков, которые остались с той стороны. И еще пришел к такому мнению, лучше вот так сделать немного лишнее, потом выпилить вровень. Сначала пытался все это делать заранее, все выпилить, там высчитать, вымерить. Это гемор. Лучше сразу большой кусок поставить, подождать, пока она приклеится, и выпилить его. Так гораздо быстрее. И четко получается, ровно. Вот сюда вот это прикрепил сначала, он был квадратным, потом выпилил. И вот чики-пуки. Сейчас вот сюда что-нибудь поставлю вот такое большое, потом выпилю. И будет шикардос. Вот это я там обосрал пеной. Жесть. Чувствую себя хреново, конечно, ребята, но работать надо. Горло потихоньку проходит, но все равно что-то не то. Вроде и не устаю. Непонятно. Балки вырисовываются. Еще две штуки вот здесь. Тик-тик. И будет как раз. А вот здесь уже есть. Вот она что, Михалыч. Балки на стропилах. Вообще непонятно, да? Маэстро. Площадка там вообще. Вообще шикарный, шикарный. Здесь, смотри, сам. Здесь шалта-балта. Шалтай Александрович, болтай. Собственной персоной. И доска килограммов 100. Не меньше. Не меньше. Ярно. Страшно. Даже смотреть страшно это. Слушай, акробатом надо быть, чтобы это делать. Все. Последняя балка. Моча есть. Подрезал торчащие пены. Теперь вообще красота. Плотный капец. В некоторых местах используют дополнительный крепеж. Вот такой. Саморез 120. Ну, пойдет и другой саморез.
И шайба. И эту сторону начал потихоньку делать. Ну, страшно очень тут. Но на сегодня хватит. Очень много сделали сегодня. Фу, был продуктивный день. Сейчас кушать, кушать. Все, ребята, собираемся потихоньку. С этой ямой пока еще ничего не происходит. Нормально. О. Мой оранжевый шедевр. Друзья, начинаем новый день. Сегодня день прекрасный, ни одного облачка нету. Отличная погода, чтобы поработать. И продолжим делать крышу. Я буду утеплять вот эту сторону. Дядя с папой дальше будут усиливать, там ставить стойки. Потом, как только закончу утепление, если сегодня я его закончу, уже начнем делать свесы потихоньку. Проходить там, в общем. Мне еще вот эту сторону надо закончить. Вот тут надо леса сделать. Потому что по-другому не добраться вон туда. Вот тут пониже надо утеплять. И леса нужно поменьше, пониже. Вот этот угол тоже такой геморройный. Кайфовый. А веранду будем делать только после того, как закроем дом. Потому что надо будет разобрать леса, там все дела. Так что дом в первую очередь. Примерно этим сегодня и займемся. Вот тут я испортил первый лист. Вот видите, я пробовал вот так вот его поставить, вот с этой стороной, и потом сюда вставлять вот так вот паз. Вот так вот. Одну штуку поставил, и потом понял, что вот так поставить там наверху у меня не получается, потому что тут надо запиливать, что-то там мешает. Из-за этого я и выкинул этот кусок, потом использую где-нибудь, конечно же. Надо мне вот поставить вот так вот. Вот так будет гораздо проще. Если сплошная стена, тогда можно и так поставить. И еще я его закреплял всего на две вот эти грибочки. И мне пришлось их отрезать, там, выпиливать, потому что нормально они держат на самом деле. Вот они тут валяются. Вот я сам грибок выпилил. Где там еще? Вот. Потом от стены выпилил. Вырезал с помощью ножа. Вот так пришлось сделать. По-другому не вытащить его. Так что на эти грибочки у меня доверие появились сразу. Иначе вот эти штуки меня смутно сомневали, что они держат. Но оказывается, держат. Я даже забыл про камеру, ребята. Работаем и работаем. Вот тут я немножко поработал сегодня. Сейчас не видно. Вот. Сразу зашил. С лишаком вот сюда еще надо поставить кусочек. Потом только буду выпиливать. Потому что практика показывает, что так проще. Вот так потом. И будет шикардос. Вот так вот. Вот это я тут насрал. Вот уже появляется лобовая доска. Коллеги работают тоже.
Вот. Вот уже крыша понятен немножко. Такая крыша будет. У меня в некоторых местах карниз будет вот такой горизонтально к земле, то есть параллельно к земле, а в некоторых местах будет вот так вот. Параллельно кровле. Не все так однозначно и просто. Везде все по-разному. Сложненько будет, сложненько. Вот эту сторону тоже полностью уже утеплили. Шик и блеск. А сейчас я занимаюсь вон там вот. Там чуть-чуть осталось. Когда вот это закончу, эту сторону, останется вон тот угол снаружи утеплить. Самое сложное место, потому что там надо сделать леса. Я уже 500 раз повторил, но надо будет это сделать. По-другому никак. Ладно, продолжим. Пеноплекс, стена, фасад. Даже по-английски написано. Видели когда-нибудь такой шершавый? И такое бывает, ребята. Давно искал такую, конечно. Хорошо, что нашлось. Работа продвигается, ребята. Снимать, как обычно, не получается. Ну, потихоньку. Некоторые моменты снимаю. Особо важные моменты. Ну, типичная работа. Я клею утеплитель. Дядя с папой делают карнизы. Я там время от времени помогаю, подсказываю. Вот так вот пока выглядит все это дело. Вот утеплитель вот так вот будет торчать внутри. И вот отсюда уже пойдет утепление мансардой. И туда потом. Вот так вот. Понятно? Ребята, на сегодня мы умываем руки. Вот такая крыша получается. Вот теперь, может быть, кому-то что-то понятно. Или все еще нет. Завтра будет еще понятнее. Вот ровно-ровно. Все четко. Давайте еще с той стороны посмотрим. А, тут леса мешают. Вот такая крыша. Здрасте. Друзья, начинаем очередной новый день. Прекрасный такой. И продолжим работы. Даже не знаю, что сказать. Язык даже не поворачивается. Вот такая крыша пока получается. Я вам вчера показывал вечером. С этого места и продолжим. Вчера практически все доутеплил. Места, которые мне нужны. Осталось только одно место. И это непростое место, ребята. Надо сделать там леса. Все уже знают, где это. Вот здесь. Это вот здесь. Вот тут надо поставить леса. Чтобы утеплить вот это место. Там чуть-чуть, но надо это сделать. Потому что там тоже, вот видите, крыша. Давайте, пока есть немножко времени, пока не приехали коллеги, немножко поговорим об утеплении. Пару слов, пару рекомендаций.
Вот это местечко. Вот тут в углу еще надо поставить листочек хотя бы один вот это. Но для этого надо снести леса, но это потом. Это будем делать, когда будем делать вот эту кровлю. Да, это еще не очень скоро. Я вот хотел поговорить об вот этом месте. Про углы. Надеюсь, видно нормально. И рекомендуется делать эти углы в разбежку. Как это понимать? Давайте попробую объяснить. Вот этот петель выходит сюда на 10 сантиметров. И потом стыкуется с той стороны другим утеплителем. Вот так вот. Я лично оставлял вот это излишком, вот так вот, потом отрезал. Так удобнее. А уже следующий лист, вот этот нижний, вот этот лист уже выходит в эту сторону. Вот до сюда. А этот уже упирается к нему. Вот так и собирается в разбежку. Ну, чтобы было получше вот это место. Чтобы было попрочнее. Чтобы вот этот стык не был в одну линию. Вот такая история. Пока у меня этого нет, не могу показать, потому что вот здесь уже заканчивается мое утепление. Пока что в дальнейшем буду так делать. Надеюсь, смог объяснить. В общем, утепление вот так вот идет. Простым языком. И еще следующий нюанс. Вот эти стыки тоже должны быть в разбежку. Не в одной линии. Вот так будет лучше. Типа в шахматном порядке. Вот так у меня она происходит. Все нормально. Вроде дальше уже особо таких нюансов нет. Все делается очень просто, потому что это, ну, вот с этим материалом работать очень просто, очень удобно. Обожаю просто. Везде стараюсь его использовать. Из-за удобства. И, конечно же, эффективность как утеплитель просто на высоте. Просто кайф. Надо дом сделать чисто из пеноплекса, просто вот такой большой пеноплекс купить где-нибудь, если такой есть, например, там 10 на 10, такой кубик, 10 на 10 метров, потом просто сделать там норы, комнаты, и будет вам теплый дом, прям офигенный будет. Но до этого, надеюсь, не дойдет. Вот так вот запенил все щели, просто обкакал конкретно, потом все это закроется снизу, зашьется, и это остается внутри. Главное, чтобы было достаточно герметично, чтобы тепло не выходило оттуда. Но там еще внутри будет утеплитель, так что это вообще не страшно. Как вы уже видели, я утеплитель клею на клей-пену. Его можно еще клеить на другой клей. Типа плечевого клея, но специальный для утеплителей. Она продается в магазинах. Можно еще на этот клей приклеить. Клеится точно как плитка. Зубчатым шмателем мажете пеноплекс и приклеиваете к стене. Этот вариант я не использовал, потому что вон там вот на высоте, ребята, вон там вот. Это вообще неудобно. Это капец неудобно. Там что-то мазать, лепить. Нет, это не мое, ребята. Если у вас там одноэтажка, либо там баня какая-нибудь, тогда легко можно это использовать, потому что вы близко к земле и работать одно удовольствие. Просто мажете и прикладываете, и будет нормас. И утеплять, конечно же, лучше снизу вверх, а не сверху вниз, как мы. У нас просто другого выбора не было. Я не буду еще доутеплять дом до конца в этом году, но надо было утеплить вот это место, которое примыкает к крыше, потому что туда потом не подлезть. Я уже миллион раз, наверное, говорил. Вот из-за этого как раз это и делается сверху вниз у меня. В остальных случаях делайте снизу вверх, и это гораздо удобнее, быстрее будет и проще. И как обычно, для тех, кто считает, что пеноплекс это токсичный материал, у меня нет слов. Просто нет слов. Тут уже всю улицу раскопали. Когда-нибудь появится новое водоснабжение в деревне. Но это не скоро. Работа кипит, ребята, с чугунными яйцами вон там вот звенят. Тут все раскопали. Все, здесь нет дороги, ребята. И это надолго.
А я работаю вот здесь. Мое место тут. Ребята, смотреть даже страшно. Надеюсь, камера снимает нормально. Прицепил в голову, то есть на голову. Ау! Вообще капец. Как здесь ходить? Вот это вот, смотрите. А! Ой, извините. Вау! Вот это местечко. Вот тут я занимаюсь утеплением. Последние штрихи утепления на этот год. Вот сюда одну штуку надо поставить, и вот сюда одну штуку, и все. Пока на этом остановлюсь. На такой высоте каждая клетка моего организма хочет идти вниз. Просто кричат: спускайся! Спускайся! Делаю вот такой вот узел. Как и в тот раз. Тут посложнее, но все равно стараюсь так делать. Вот этот сюда доходит, другой к нему упирается. Этот туда зашел, этот к нему упирается. В общем, вот так вот в разбежку. И это будет правильнее всего. Фу. Эти штучки убираем. Вот и все. Капец, тут страшно. Ужас. Ужас, ребята. Заживляю сразу, чтоб руки были пустые. Если одна рука пустая, можно держаться. И не так страшно. Прибьем и готово. Не заходит и не выходит. Уже хорошо. Так, еще три штуки. Он мягкий, вот, ребята, смотрите. Такой мягкий. Точно таким же способом делаю остальные места. Ну, тут одну штуку осталось поставить. Это уже показывать не буду. Страшно, страшно. Хорошо, что камеру можно на голову нацепить. И так, ну, руку занимать не вариант, ребята. Руки должны быть пустыми, хотя бы одна рука, чтобы держаться там. Сыкотно, капец. Друзья, очередной день подходит к концу. У нас что-то начинает получаться. Давайте покажу, может будет понятнее каждым днем. Вот такое, такая штука, видите, вот так идет. Вот, вот. Вот здесь вот такой перепад будет. Вот это надо отпилить, вот этот кусок. Все равно ничего не понятно. Ну ладно. Здесь уникальные соединения будут. Это вообще нигде нет. Приходится импровизировать. Потому что мы любим это дело. А тут надо отпилить.
такая штука тут получается. Она не ровная, не перпендикулярна к земле, а вот так вот стоит. Специально. Фишка. То, что не ровно, то фишка. Передняя сторона, ребята. Фронт. Фронталка. Смотри. Жук, жук. Жучара. А, колея есть. А, самый просвет. Клиренс, алло. Да. Клиренс бомба, конечно. Техника с большой земли. Вон там мы живем. Наш дом. С этой стороны тут вообще паутина, ребята. Вообще. И этот день подошел к концу. Сегодня тоже много поработали. Работаем, работаем. Особо ничего не меняется, ребята. Потому что крыша большая. И много нюансов всяких. Но ничего страшного. Прорвемся. Главное, я закончил утепление. Потом вот здесь надо будет утеплить. Но после того, как сделаем вот эту крышу. Ну, верхнюю. Перед тем, как сделать крышу верандой, буду утеплять. Доутеплять. А пока с этим закончено. Пока это на несколько дней. Каждый день показываю со всех сторон, но все равно ничего не понятно. Пока не уберем леса, ребята, особо понятного ничего не будет. Вот так и живем. Так как следующие 3 дня мы не работали, а отдыхали, дальше уже ролик будет не про стройку, а про эти 3 дня. Ну, примерно. Давайте обзовем этот кусок бонусной частью и продолжим. Друзья, это уже следующий день. Сегодня работать не будем. Взяли несколько выходных, чтобы работать на огороде. Будем копать картошку. Праздник картошки. Да. Но перед тем, как начать работы на огороде, надо подкрепиться азверином. Вот такой самодельный напиток. Я его называю азверин. Сейчас. Выпьем и погнали. Да, немножко поработали. Вот так все выглядит. В этом году картошка не очень. Скорее всего, из-за того, что постоянно были дожди. Прям целый месяц у нас был дождь. Прям без остановки, ребята. Просто лил и лил там. До сих пор почва влажная. Вот всего где-то 4-5 дня было нормально. Даже меньше, наверное. До сих пор еще не высохло. Но... пока снова не начались дожди, надо выкопать картошку. Такой вот урожай в этом году. Ну, с голоду не помрем, но урожай не очень. Он маленький, картошки. Вот здесь другой сорт, он побольше. Ну, покрупнее, но все равно мало в этом году. Такие есть. И гнилые встречаются из-за влаги. Все это. Вот это мы тут выкопали, все это собрать потом. О май гадабл. Вот этот сорт
Он раньше был вообще огромным. Теперь они такие. Это один из самых больших. Вот такие есть. Нет, несколько штук всего. Вот такой вот урожай, ребята. Все так, как есть. Ничем не могу помочь. Что выросло, то выросло. И на этом, и на том спасибо. Ветер сильный. Я еще тут на досуге начал красить ворота, но из-за ветра остановился. Ветер очень помогает, да. Мешает. Капец мешает. Вот тут вот собрали. Мелкий в этом году, мелкий картофан. И вот все это собирать я вообще ненавижу. И в прошлом году говорил об этом. Собирательство это не мое, ребята. Лучше что-нибудь таскать или, не знаю, мешать бетон. Мне гораздо проще, чем собирать картошку или ягоды какие-нибудь. Не знаю, что-нибудь придумаем. Вот тут на улице я занимаюсь маляркой. Вот пока пробный слой положил первый. Вроде выглядит достаточно прикольно. Молотковая краска. Вот таким она становится. Ну, еще раз пройду здесь. Нам этот эффект не особо нужен. И да, это те самые ворота, которые мы ставили в прошлом ролике. Те, кто не смотрел, можете зайти посмотреть такой коротенький, интересненький ролик. Теперь на этом остановлюсь, потому что ветер все еще дует. Возможно, вечером ветер утихнет, и вечером буду красить уже другую половину и калитку. А пока у меня есть другие дела. Друзья, погнал я в райцентр, в Актаныш. Надо закупиться некоторыми материалами и еще что-нибудь сделать вот с этим. А то оброс как обезьяна. Погнали? Раз уж мы едем в райцентр, давайте еще заскочим к теще и посмотрим триммер, наконец-то. Протестим его. Уже подарил я этот триммер где-то месяц назад уже, примерно, да, ровно месяц. До сих пор она в коробке лежит. Надо протестить, научить тещу работать с ним. И на этом конец. Дальше уже она сама разберется. Многие писали, как там триммер, как там триммер. В коробке она лежит, ребята. Все еще у меня не доходят руки. Вот сейчас как раз есть немножко время у меня. Там часик. Сначала поедем, давай распакуем, поставим на зарядку. И потом по делам еще съездим. И потом потестим. Вот мы и у тещи. А, цветочки. Кто в теремочке живет? Ага. Баню затопили. Тот самый, ребята, про который вы пишете мне каждый раз. О, совсем новенький. Сейчас бы собрать. Но я поставлю на зарядку и уеду по делам. Потом вернусь и потестим. Это тебе. Поставь на зарядку. Большое спасибо. Ставь на зарядку и жди меня. Хорошо. Сейчас вернусь. Напрягаем тещу. Вот тут прям оставлю и уеду. Надеюсь, не пропадет. Сейчас теща его закопает. Спрячет.
Итак, друзья, погнал я за новой прической. Это уже вообще капец. Так не пойдет. Тем более, завтра денюха у жены. Еще не впустят меня в дом. Посмотрим, что из меня сделают. Фу! Одно мгновение, и я превратился вот в это. Теперь более-менее нормально. Аж брови побрили. Кайф. Айгуль, спасибо. Все четко. А теперь поедем по магазинам, закупимся материалами. Потом дальше вернемся к теще и потестим аппарат. Триммер. Забрал я заказ. Вот они. Это капельники на кровлю. Вот цвет графит, ребята. Как вы и хотели. Я тоже склонялся к этому цвету. Темный графит. Так, капельник. Есть 20 штук, 40 метров. И это лишь начало. Для такой кровли, как у меня, много всяких вот этих штучек надо. Там капельник. Еще там... Еще один типа капельника, там сверху второй капельник нужен. И еще там, что там еще, яндова там, надъяндовая вот эта декоративная тоже нужна. Коньки, возможно, тоже надо будет покупать, возможно, самодельный сделаем, пока непонятно. Буду ориентироваться на финансы. Финансы уже начинают петь. Ладно, продолжим. Сейчас еще... Закуплюсь некоторыми вещами и поедем к тёще. Затарился всякой всячиной, машина заполнена и приехал к тёще. Давайте уже посмотрим, что там. Только хотел поиграть, тёща отобрала у меня этот аппарат. Вот оно что. Такой аппарат, ребята. Многие хотели посмотреть на него. В общем, косит. Косит нормально. Вот так вот. Все получается. Вон оно что, Михалыч. Вот такая леска там. Ну, как обычно, и триммеры тоже вот сюда нажимаете, подбиваете, леска выходит. Потом вот здесь подрезается лишнее. Здесь лезвие есть. Они все почти одинаковые. Удобная, легкая. Вот как раз то, что нужно, чтобы подправлять вот эти края. Сразу скажу, для сенокоса это не подходит. Этот аппарат создан не для этого. Не чтобы сено косить там где-то на поле. Это как раз для своего участка, там подправлять некоторые моменты с газоном. Там, если там через плитку или через брусчатку какие-то травинки выйдут, тоже их подрезать. Вот для этого как раз этот аппарат и создан. Удобненький на аккумуляторе, это же новый уровень, аккумулятор. Тещу тоже подсадил на аккумуляторную штучку. Один раз привыкнешь, потом фиг отойдешь от этого. Чистота и порядок, залог здоровья. Бартерная сделка, ребята. Аппарат
на тыкву. Точно 20. Сейчас, ага, спину подорвешь. Поставь. Положи. Ё-моё. Жрать и жрать. Вот эта штучка. Опа. Тещу не остановить уже, все. Будет пахать, пока аккумулятор не сядет. А я уже погнал домой, надо отгрузить материалы и дальше красить ворота или собирать картошку. Скорее всего, я буду красить ворота, потому что ненавижу собирать картошку. Вообще, самая нелюбимая работа. Что-то собирать, мыть машину и лазить по крышам. Но приходится иногда делать все эти дела. Друзья, и этот день подошел к концу. Покрасил ворота. Вот это. Вот еще одна. И вот такая калитка. Те, кто следят за каналом, они уже знают, что за ворота. Такие вот. Пусть подсохнет. Это еще не конец, ребята. Еще на ночь сделал небольшой деревенский фитнес. 6 рядов. Добил эту сторону. Здесь осталось всего 12 рядов выкопать и все. Все остальное выкопали. Закатище. А теперь, наверное, все на сегодня. Надо отдохнуть. Чуток. Друзья, это уже следующий день. Сегодня продолжаем собирать картошку. Как всегда, вожу на тачке. И у меня все еще флешбеки от вчерашнего праздника, от вчерашнего юбилея. У нас сегодня вечеринка. День рождения жены. Развлекаемся по полной программе. Вот в таком виде. Дресс-код 80-е. По-другому не пускают. Это был вечер, ребята. До сих пор не могу отойти, хотя даже я не принимаю спиртные напитки, не пью, но все равно было чудесно, просто шикарно. Ладно, надо уже сегодня закончить дела с картофаном и завтра продолжить делать кровлю. Но это уже будет совсем другая история. И вот на этом месте давайте закончим этот ролик и продолжим уже в следующей серии. Работы на крыше еще очень много, потому что, как видите, крыша непростая, такая с фишками всякими, как я обычно говорю. Очень интересная крыша, особенно делать очень-очень кайфово.
Если остались вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить. И как всегда напоследок, желаю всем здоровья и отличного настроения. Увидимся в следующем видео. Всем пока.